вода в бассейне морская, соленая, артисты настоящие, но и брызги будут тоже самые настоящие, мокрые. Поэтому помните о такой примете. Если вы успеете загадать желание до того, как брызги вас коснутся, знайте, ваше желание непременно исполнится. Проверено. Ну а первыми на эту сцену выйдут наши самые маленькие забавные артисты – морские котики. Сегодня они решили устроить себе отпуск и отправиться на курорт. У нас с вами есть хорошая возможность к ним присоединиться. Вместе с нашими героями мы окунемся в атмосферу беззаботности, пляжных игр и морских приключений. Ну что ж, я рада вам сообщить, что наш отпуск начинается. Встречайте артистов! Ну что, кто готов отдыхать? Поднимаем руки выше. Отлично, все готовы. И сейчас давайте знакомиться. Первым вас приветствует красавец Боб. Важная и лидирующая персона. У Боба настоящий мужской характер. Он очень умен, красив и невероятно талантлив. Мужчина в самом расцвете своих сил. Приветствуйте, морской котик Боб. А это Мила, начинающая артистка. Она веселая, непосильливая и немного застенчивая. С ними тренер Инна Миронова. Эти аплодисменты наши ребята дарят вам. А сейчас фирменный приветственный жест. Стойка! Вот так вот мы и познакомились. А что лучше может передать атмосферу отдыха и веселья, чем танцы? Пожалуй, чего? Мы отправляемся на дискотеку. Спасибо, Мир. Теперь мы можем начинать. Первым делом Пломбир и Снежка отправились к вам, чтобы поближе познакомиться. Поэтому вы не стесняйтесь, знакомьтесь, приветствуйте, аплодируйте артистам. Всем известно, что дельфины очень любят играть. Это правда. Ребят, держите свои любимые игрушки. Самые маленькие мячики, вот такие, и к ним еще большие добавим. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Прекрасный способ отдохнуть и телом, и душой, посвятить свое свободное время занятием йогой.
ребята замечательно размялись и готовы перейти к активным играм. Самая известная игра на пляже – это волейбол. Ну что, Боб, начинаем? Боб, стоит быть немного повнимательнее. Итак, пробуем еще раз. Что такое, Боб? Где твое внимание? Соберись. Мы продолжим. Вот был хороший удар, не смущайся. Если изменить правила игры и попробовать по-другому, получится футбол. Как вы ловко справляетесь с мячами, настоящие футболисты. А еще ребята великолепно балансируют с мячом в воде. Но футбола и волейбола не бывает без болельщиков. Эй, друзья-болельщики, вас не слышно? Красивая стойка и уверенный баланс. Умничка. И другим посмотреть. Но в первую очередь, конечно же, себя показать. Вас приветствует горячий чилийский парень Алонсо. С ним его тренер Владислав Литевский. Алонсо очень любит аплодисменты, и если вы вдруг растеряетесь, он подскажет, когда аплодировать. Любимое блюдо народное Алонсо – это острый чилийский перец. Скажи нам, что будет, если съесть много перца? Будь осторожнее, много перца не ешь. Вашему вниманию легендарная чилийская выдержка. Вы только посмотрите. Его нервы, как стальные прочные канаты. Кто бы смог удержаться от такого соблазна? Наш Алонсо может целую вечность стоять вот так, держа эту рыбу на самом кончике носа и даже ни разу... Ой, куда рыбка подевалась? На сцене ее нет. Возможно, в бассейн упала? Давайте посмотрим. Нет, не хотите смотреть парни борту? Тоже нет. Куда же рыбка подевалась? Подскажите. Неужели съел? Алонсо, ты что, съел рыбу? Ты еще язык показываешь. Вот проказник. Как не стыдно. Ай-яй-яй-яй-яй. Какие удивительные прыжки, брызги до небес. А вы знали, что дельфины способны выпрыгивать на высоту до 6 метров? Приключения, правда ли? И сейчас мы увидим прыжки в исполнении мира и бьюти. Замечательные результаты. А напоследок мы оставили для вас прыжки в исполнении тяжеловесов. И несмотря на свои мыши, весит пломбир и снежка каждый около 1000 килограмм. Ребята находятся в хорошей физической форме и готовы вам это доказать. Огромные игрушки и круг почета для всех своих любимых зрителей. Thank you.
кто лучше может передать атмосферу отдыха и веселье, чем танцы. Пожалуй, чего? Мы отправляемся на дискотеку.